В 8 утра в Барнауле открылись все 259 избирательных участков. Общественники побывали на нескольких, в том числе в гимназии номер 45 и в 122-м лицее. Наша задача – это посмотреть легитимность. То есть это организация работы, это прозрачность. Все участки без исключения обеспечены камерами, все участки обеспечены сейфами, это в обязательном порядке, где хранятся документы. Все прозрачно. И мы можем в любое время любой факт возникшей проблемного характера через камеры абсолютно все увидеть. Общественники оценили чистоту и уют на каждом участке, отметили огромную работу, которую проделали администрации города и районов, руководители учреждений, где проходят выборы. Пообщались с членами избирательных комиссий, наблюдателями. Никаких нарушений не увидели. По мнению Петра Фрезина, все четко организовано. А представители Совета женщин добавили, что на участках созданы комфортные условия для голосования всех категорий граждан. Мы обратили внимание, что на участке голосования, расположенном в 45-й школе, есть отдельная кабинка для инвалидов или для людей, которые, может быть, тяжело стоять в обычной кабинке. Они могут присесть и также воспользоваться этим правом. Также мы обратили внимание на трафареты, которые планируют использовать для удобства голосования людей, инвалидов по зрению. Еще раз всем спасибо за такое вот отношение. Все-таки это сегодня важная политическая составляющая для города Барнаула — избрать на ближайшие 5 лет новый состав. Все 3 дня проведения выборов в городскую думу 9, 10 и 11 сентября общественники будут контролировать участки во всех районах города. Как отметили они сегодня, группа мобильная и по любому звонку может приехать на избирательный участок. Напомним, участки открыты с 8 до 20 часов. Татьяна Голубева, «День с толком».